Всем привет! И сегодня у нас самая большая новинка этого года. Большая она, потому что коробка просто огромная. Вы не представляете, если ее поставить, то она мне примерно по пояс. Это набор по фильму «Русалочка», нашумевшему уже во всех кукольных и не кукольных обсуждениях, пабликах. И это набор, где русалочка и 6 ее сестер. Я, кстати, фильм еще не смотрела, но вы, если смотрели, напишите, пожалуйста, понравился он вам или нет. И начну я с русалочки. Она такая же абсолютно, как версия, где она одна. И единственная разница, что хвост у него здесь снизу такой прорезиненный, а когда она одна в коробке, у нее он пластиковый. По бокам от нее сестры, которые бывают тоже в сете из трех кукол. Вот это с зелеными волосами, вернее, наверное, с синими даже. Такая серьезная дама. С красным хвостом. И вот эта девушка с фиолетовыми волосами, которая уже, мне кажется, стала отдельной популярной личностью. Ее быстренько расхватывают все на гибриды. Синим хвостиком. Еще у нас здесь есть вот такая абсолютно милейшая азиаточка. И темнокожая, очень интересная. Я даже не знаю, какой молд, но вы только посмотрите на ее нос и кудри. Но с другой стороны нас ждут тоже две девочки. Вот эта с бледно-розовыми волосами и очень меланхоличным видом. И вот эта темнокожая мне напоминает актрису из Бриджертона второго сезона. Вот такие вот девочки. Насколько я понимаю, конечно, все коллекционеры, которые их покупают, первым делом избавляются от этих пластиковых хвостов и сажают их на новые тела. Потому что, честно скажу, лица получились интересными. Даже захотелось купить такой набор на разбор и продажу его частями.